Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про тибетского мастифа. Внешность этой собаки вызывает двоякое чувство. С одной стороны восхищение, с другой страх. Тибетский мастиф знаменит своими гигантскими размерами и густой ровной шерстью. Вес взрослого представителя породы колеблется от 60 до 80 килограммов, а рост обычно составляет от 60 до 77 сантиметров. Тибетский мастиф является одной из древнейших рабочих пород собак. В самом начале своей истории представители породы сторожили тибетские монастыри и помогали кочевникам в Гималайских горах. Сегодня тибетских мастифов ценят за умение охранять дом и спокойный, сдержанный нрав, позволяющий этим собакам находить общий язык со всеми членами семьи. Порода прекрасно характеризует себя в качестве охранной собаки для территории, для дома. Она адекватна вполне со всеми домочадцами, но при этом грозный защитник от чужих людей. При этом у нее собака является, она выведена изначально именно для этих целей, поэтому не требуется специального обучения. Если вы хотите завести себе тибетского мастифа, помните о том, что этой собаке необходима ранняя социализация и дрессировка. Отсутствие строгой дисциплины делает представителя породы опасным и непредсказуемым, а недостаток общения с раннего возраста с другими животными и людьми, не входящими в круг семьи, развивает у собаки замкнутость и подозрительность. Тибетским мастифам необходимы ежедневные физические нагрузки, их нужно выгуливать минимум 40-50 минут утром и вечером. Особое внимание при уходе за тибетским мастифом стоит уделять шерсти. Расчесывать собаку необходимо 1-3 раза в неделю. При этом нужно следить за тем, чтобы шерсть не спутывалась. Купать представителей породы можно не часто, достаточно одного раза в месяц. Тибетские мастифы очень чистоплотные, что не может не радовать их хозяев. Если вы не привыкли чесать собаку часто, то, наверное, это будет какое-то время создавать сложности. Но у собаки так устроена шерсть, что она всегда остается чистой. Он испачкался, отряхнулся или попал под дождь, он отряхнулся, и абсолютно чистая сухая собака. Потому что привыкла жить в тяжелых тибетских условиях, где жарко днем, ночью холодно, и шерсть самоочищающаяся. И если кажется, что, допустим, такая грозная собака много ест, тоже неправда. Ест достаточно мало. Средняя продолжительность жизни тибетских мастифов составляет от 12 до 15 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!